скажу, такой странный эффект. Вот это теперь из килограмма. На резонансе она снимается вот с этих конденсаторов, которые последовательно резонансы с тремя витками. Теплые они. Теплые. Лампа горит 40 ватт. Шестифиляр в одну сторону намотан 37 метров. Индуктор в одну сторону 4,5 слоя 120 метров. Вот токовое колечко. Там резонансный конденсатор есть на шестифиляре параллельно. Шестифиляр на одним концом на землю. Пока земля не подключена. То есть пока катер тоже не включен. Тут вон на токовом колечке тут 2-Ом резистор. 2,2 Ома. И осциллограф. Вот этот. А тут вот этот осциллограф. Вот такая осциллограмма. Вот тут на верхушках вот эти пики. Потому что это напряжение мерю. А тут вот эти пики. Вот тут где-то посередине, потому что это ток мерится. 33 вольта потребления и вот столько ампер. И вот я буду крутить частоту. Скважинность где-то 45%. И вот на определенной частоте вылазит такая какая-то, это такая странная картина. Вот. Тут берет и пропадает. Может, вот это нужно. Чего она, я не знаю. И на этом тоже нужно ее увидеть. Вот этот потенциометр кручу, он Ом последовательно вот с 4,7 килоома для частоты подстройки. Эти многооборотные я снял, был 10 килоом многооборотный, но он что-то изнашивается, и потом у него как-то, когда крутишь, прыгает частота, поэтому я его снял. Эти вроде бы не так изнашивают. Поэтому этот для грубой подстройки, это для более тонкой.
другую сторону кручу. Вот, появляется и тут вот это. М-сампл 48 тут. Не помещается. Тут по 4 конденсатора по 0,1 микрофарад, 2000 вольт. Теплые, чуть ли не горячие на индукторе. А там транзистор. Это такой теплый, горячий, можно сказать. Тоже теплый. Тут и RFZ44N, тут и RFP460. Тут пока снабера нет. Вот снабер не прикасается нигде. Тут снят снабер, тут вот снабер есть. Вот с этим вот это резистор с конденсатором. 22 нанофарад и 400 вольт конденсатор. Если снабер поставлю, тогда пропадет этот эффект. Параллельно шестифиляру. Пять нанофарад конденсатор. Параллельно шестифиляру. Колечки только вот там тоже. Теперь не используется.
Может, это Тесла звон. Да, я вот беру руку, он как-то меняется. Может, это и Тесла. Если я вот палец положил, и он пропадает на транзистор. Либо снабер подключить, он тоже пропадет. Даже его тут взялся, он пропал. Вот. Касается он. И отключил катчер конец, который шел на антенну. Горячий индуктор. Звон этот все равно остался. Какой-то изменился.